А, всем привет! Боря, если он сейчас заедет, ты будешь переживать. Сори, но сегодня у нас такой... Я села снять видео. Правда, здесь у меня Боря, там у меня работает пылесос, поэтому, в общем, сори за все эти звуки. Но я решила рискнуть сегодня снять два видео о своих покупках здесь. И о, я обещала вот обзор на вот эти вот, да, такие продукты топовые с Ютуба, да? Поэтому начну я, пожалуйста, с покупок, а потом, если я успею, то я сниму видео о... Ну, о всяких таких продуктах, которые здесь попробовала у мамы. Покупок у меня на данный момент, я здесь уже месяц набралось, ну, на мой взгляд, вот такой вот пакетик. Но мне кажется, не так уж и много. Сразу хочу сказать, что покупала я исключительно... Борис в кадре. Что покупала я исключительно продукцию российского производства, потому что, ну, кроме одного продукта, да, все остальное у меня российское, как мне кажется. Ладно, два. Потому что мне просто было интересно... Тихо. Потому что мне было интересно попробовать российский рынок. Ну, вообще как-то такое, знаете, все более-менее приближено к натуральному. Да, здесь у меня еще Глеб. Давайте мы ему что-нибудь дадим, чтобы он себя чувствовал хорошо. Опа. Не знаю, буду ли я вырезать эти моменты. О, ты уже что-то грызешь? Ну, держи. В общем, давайте. Итак, первое, что я здесь нашла, чего я не видела уже в Канаде, почему-то, не знаю. У нас продается мицеллярка от L'Oréal. Я вам говорила, что она мне очень нравится. Я решила здесь попробовать мицеллярку от Garnier. Кстати, она была открыта в баночке, в этой коробочке. Мицеллярку такую вот от Garnier, я думаю, многие из вас ее знают. Смягчает кожу. Я взяла 400 мл, сразу большую. Я повезу ее обратно с собой. Блин, у меня садится батарейка, ну что это такое? Я повезу ее с собой. Она мне очень нравится, но мне кажется, что мицеллярка от L'Oréal мне нравится больше, мне так кажется. Вот. Но они еще продаются, кстати, в маленьком размере, в два раза меньше, кому интересно. Дальше. Я здесь как-то вот насела на чистую линию. У меня еще есть, Борисчик, аккуратно, шампунь, но шампунь у меня на даче. Я взяла вот такой вот тоник. Что за тоник у нас, давайте посмотрим. 85% отвар целебных трав. Борюся, тихо. Очищает и тонизирует кожу. Да знаете, пока я конкретно его еще не пробовала, потому что у меня еще мой тоник практически закончился. Борь, не кричи, пожалуйста. Но не закончился, поэтому не пробовала. Но я уверена, что он мне должен примерно понравиться. Ну, во всяком случае, не вызвать у меня негатива. Дальше тоже от чистой линии. Я себе взяла вот такой вот кремик. Он, как видите, такой вот идет, с такой помпой. Помпа достаточно удобно ложится в руке. Она... сразу выдавливает очень много, но она достаточно легко, как бы, ну, в своем нажатии, поэтому вы можете выдавить сколько вам надо. Мне нужна прям вот буквально маленькая горошинка, даже меньше. Крем должен, по-моему, увлажнять, тонус там вам какой-то придавать, еще чего-то, молодость какую-то сохранять. Но он увлажняет, но, конечно, на зиму вам этого не хватит. Так, слегка. Но, честно говоря, мне нравится, поэтому я к нему никаких претензий вообще не имею. Кажется, у меня работает телефон. Дальше. Я здесь также купила крем для глаз. Это, правда, я взяла от Garnier. Не знаю, я хотела вообще-то взять чистые линии, но я не нашла кремов для глаз. Если вы знаете, как они выглядят и вообще что это такое, то напишите мне. От Garnier 24 часа увлажнения. Вот так вот он выглядит. А с такой вот здесь вот носиком. Борь, пожалуйста, тихо. Он такой вот с носиком. Вот. Такой вот у него этот носик, которым очень удобно вот сюда вот распределять крем, потом его наносить, знаете, супер. И заметьте, все эти продукты я покупала без вот этого вот эффекта залезания пальцем в баночку, что я очень теперь люблю. Дальше из такого я взяла, купила себе болгарскую розу. Это как бы, знаете, такой розовая вода, тоник или что-то, в общем, разбрызгивает на лицо, он с помпой. Мне нравится, как он дает такой, знаете, эффект свежести и такого... Ну, именно, наверное, свежести вашему лицу. Немножечко он его так бодрит. Но, честно говоря, запах розы... Я вообще ненавижу запах розы. Поэтому меня это убивает. Я вот так вот им пользуюсь. Ну, не знаю. Не знаю. Как видите, не очень-то много я им пользуюсь. Хотя эффект мне нравится. Я его распыляю себе на лицо на тоник. Или под тоник, под тоник. Вот. Но, честно говоря, не очень. Не очень, не очень. Именно за запах... Я, конечно, знала, что я иду. Но я не думала, что запах будет такой резкий. Все это я покупала в Ашане, кому интересно. Ничего из этого я не покупала в каких-то дорогих магазинах. Все в Ашане. А, дальше. Черный жемчуг. Взяла я себе вот такую вот фигню. Тут было написано, что это что-то такое, какая-то новинка или что-то такое. 5 в 1. Гель, пенка, скраб, пилинг, маска. Дети,
Тихо. Мать тихо. Снимает видео. Здесь 120 миллилитров. Я сегодня ее один раз использовала. Ну, для утреннего очищения неплохо. Тихо, она дети. Вот такого вот розового цвета. Ну, как бы ничего, если честно. Держи, смотри, что я тебе даю. Вот. Посмотрим, посмотрим. Все это я, кстати, ну не все, что-то из этого я собираюсь даже забрать с собой в Канаду, что-то я оставлю здесь до следующего моего приезда, надеюсь, он будет не за горами. Дальше, я себе купила клуб путешественниц какой-то, такой вот бренд. А, у меня Индия, это скраб для тела, жасмин и масло сандала, смягчающий скраб для тела. У него очень приятный запах, в качестве скраба он работает, ну, так себе. Но, честно говоря, поймите, я не жду здесь ничего, никаких таких вау-эффектов от таких вот продуктов, знаете, там за 25 рублей, ну, конечно, не 25 стоят, но около 100, да, где-то так. Но за свою цену, по-моему, неплохо. И, честно говоря, у меня не какая-то супер огрубевшая кожа, которую нужно скрабировать. Он такой мягенький, ничего, достаточно хорошо вас бодрит в душе, потому что у него очень такой насыщенный запах. Вот, дальше. Что еще у меня тут? От облепиха Siberica Professional я взяла себе облепиховый крем для ног. Питает, увлажняет кожу, нежно ухаживает и смягчает кожу на весь день. Что такое? Вот. Мне нравится. Для ног моих нравится. Что-то как-то с ногами у меня здесь была беда. Видимо, после перелета как-то у меня совсем все высохло. Вот. И, в общем, его эффект мне очень понравился. Я его, наверное, заберу с собой. Дальше я взяла от рецепта бабушки Агафьи. Что такое? Что такое? От рецепта бабушки Агафьи я себе взяла вот такой вот крем для рук и ногтей. А он не дает достаточно увлажнения. Ну так вот слегка нанести что-то на кожу, чтобы не сильно там чего-то это, можно. Но не скажу, что прям какой-то супер ах крем. Ну так себе. И последнее, что я купила, это вообще какая-то, не знаю, что это за фирма. Точнее, я знаю, что это за фирма. Вот Сплак. Я себе купила вот такую вот полоскалку для лица. Для лица, молодец. Для зубов, для полости рта. Active White. Честно говоря, она была, по-моему, одна из самых дорогих в Ашане. Я ее взяла. Лучше бы я ее не брала. Лучше бы я взяла какой-то там лесной бальзам или лесной кедр. Что-то такое наше. Попробовать. Потому что запах у нее... Даже не то, что запах, привкус у нее какой-то отвратительный. Я ей, конечно, пользуюсь, но мне это не приносит никакого удовольствия. И, конечно же, ее я с собой не возьму. Из всего этого подведем итог. Что я возьму с собой? Я возьму с собой мицеллярку. Наверное. Я не очень хочу тащить такой объем. Возможно, я ее оставлю до следующего раза. Но, возможно, возьму. Возьму. Стопудово со мной поедет вот этот вот черный жемчуг обратно в Канаду. Ну и может быть, я посмотрю сроки годности, я заберу с собой все от чистой линии, вот этот вот крем для глаз Гринье. Но если это достаточно хороший срок годности, а я вижу, что он еще там 100 лет, я оставлю это здесь, ну, до следующего своего приезда, чтобы не таскать туда-сюда всякую разную косметику. Вот такое вот было видео. Всем большое спасибо за внимание и пока. А, да, если вы знаете, что еще бы мне посоветовать такого вот а-ля чистой линии, Натура Сиберика, вот такого вот сюда, пожалуйста, напишите мне под этим видео, мне будет очень интересно, я хочу все перепробовать. Вот, как-то так. Всем пока, всем пока. Держи, смотри, это что водой отвечу. Нет, это не водой, говорю, это красками. Ку-ку, всем привет. Нет, красками пока мы не будем. Мы с тобой сейчас рисовать только карандашками. Вот сюда садись. Люди, здравствуйте. Давайте, начнем обзор на такие продукты, как у меня здесь будет Лора Мерсье, Урбан Декей, Нарс, Мак и Шанель. Начнем с Шанель. Это единственный продукт, который я купила себе сама. Как это называется-то? В Duty Free в Торонто. Это, не знаю, нашумевшая помада Шанель, Бой. Сейчас что-то как-то из тех блогеров, которых я смотрю, вдруг все стали ее себе покупать. Я ее хотела уже очень давно, мне кажется, когда она только вышла. Вот когда только появился этот оттенок. Но я все время про нее забывала. То есть вот когда прихожу в магазин, хочу себе что-то купить, я вообще не помню, что какой-то Шанель Бой, что я его хотела. Но, наконец... Я собралась с мыслями, ее себе купила. Вы уже все ее знаете, все ее 500 раз видели. Вот такой вот красивый оттенок. Сори за мои ногти. Я ее... Сейчас она у меня на губах. Вот. Люблю. Естественно, я знала, что я ее полюблю. Она классная, поэтому как бы... Могу посоветовать абсолютно всем, потому что она подойдет, мне кажется, абсолютно всем. Она очень увлажняющая. Честно говоря, я здесь ее использую как гигиеническую помаду. Да, это может быть как-то очень пафосно, но...